Что будет? Что будет? Привет. А? Что будет? Выйдет тут маршировка на 9 мая. А, я думал, что-нибудь такое веселое. А, нет. Репетиции только на 9 мая. Это будут 10-классники? Да все тут будут, и МЧСники, и все. Здорово. Сколько дней же уже? Каждый день, да? Ну да. Ну, когда говорят, выходим. Ну, сейчас, наверное, начнут каждый день. Уже скоро 9 мая. Надо готовиться уже. Я думал, что-нибудь типа флешмоба будет какой-то. А, нет. Флешмоб не докажет. Ясно. Что-то молодежка, смотрю, что-то приуныли они там, что-то на молодежке, что-то ничего. Да. Ничего они что-то там не рисуют, не это самое. Что-то там потухло все. Активации уже все, никакой уже нет. Все на телефонах, все не как раньше. Что на телефонах ты имеешь в виду? Ну, сидят телефонов, такого этого не готовят там как бы. Не, ну молодежка, тут они флешмоб. Ну, некоторые, делали, да, тут есть. Мероприятия проводили, сейчас потом что-то ничего. Молодежка одна тут, да? Флешмоб танцует. Ну, не знаю, они тут много чего делают. Ты знаешь вообще молодежку? Бывал там? Знаешь, молодежку, ну, тот день приходили они, когда тут репетиция была, они там танцевали. Молодежка, я имею в виду, это самое, вот в старом, где администрация, там они сидят, там руководство. А, нет, такого не знаю. Они раньше здесь были. А ты сам местный? Я? Нет. А, ну, я поэтому тут работаю только. Не знаю, откуда сам? А? Откуда? С Кандыза. А, поэтому не знаешь. Я-то про молодежь говорю, про организацию. А-а-а. Здесь в Баллах организация, они вот что-то подтухли. Я думаю, может, ты в курсе. Там у них что-то затишье распадается. Кандыз хороший, хорошая деревня. Ни раз там не был. А что там делаете? Коров доите, да? Ну как? Кто как? Кто-то на коне, на лошадях там, тык-тык-тык-тык-тык. Ну, что такого нету уже. Но да. Есть там. На тракторах? На тракторах. А что ты в клубе-то работаешь? Ничего, работка-то помогает там, по финансам? Все нормально, ничего? Да? Да? 1020-30 там, да? Ну, тогда? Куда нет. Здесь нет такого. Здесь как-то так чирик-чирик-чирик. Учеба нужна, учеба. Если я отучился, зарплата хорошая. Учеба, учеба в смысле квалификация, да? Опыт приобрести здесь. Ну. Ну да, понятно. Ладно, пойду. Я хожу тут, думаю, хоть что-то. Я вас всегда вижу, да. Хотя бы что-то снять, ну ничего нету такого особого. А вы что? Я в Питере сам, в Питере живу, здесь приехал. Вот какая-нибудь это, да? Канал там. Ну, на Ютубе там есть, на лайфе. Я выкладываю ВКонтакте, делюсь, и вот на классиках, и в Фейсбуке, и Google Plus. Ну везде делюсь. На Ютубе Владимир Белин наберешь. Да, хорошо. Могу даже показать этот канал, ну там. Вот такая камера, камера такая. И хорошая снимай, да? Камера хорошая. Хорошая? Ну, сейчас вот самое низкое качество поставил, чтобы быстрее поглощало железо. А-а-а. То железо уже у меня старое, там ноутбук старый. А-а-а. Чем больше качество, тем больше надо новое железо. Да. То есть, ну, не обрабатывает. То, что у меня железо уже через лет скоро. На как качество-то берет, через YouTube там он ужимает, все. Но все воспроизводит больше. Ладно, давай, как зовут-то? Ленар. Владимир Белин. Я уже знаю.